сигнал не проходит. Не нравится мне. Будем искать другой путь. Ты сейчас не в том состоянии, чтобы лезть в эту дыру. Я в норме. Охотно верю. Идем. Ребятки, всем привет. Ну что, нон-стоп, продолжаем проходить игрушку Fear. Первая DLC, которая называется Extraction Point, то есть эвакуация. Вышла эта DLC спустя год после оригинальной игры. Вот. И, собственно говоря, что? Собственно говоря, у меня, твою мать, управление по дефолту. Блять, надо настроить. Так, все. Теперь все норм. Ну что, ребят, погнали. Пытались наши красавчики улететь на вертолете, так сказать, эвакуироваться, но хрен там плавал. Альма их достала. И вертолет потерпел крушение. Удивительно, конечно, что они два раза, сука, падали на вертолете, и два раза все остались живы. Бред, конечно, сивые кобылы, но ладно. Условности игры не больше. А мы тем временем пытаемся как-нибудь отсюда выбраться. Я надеюсь, у нас это получится. Так, не забываем почаще сохраняться. Не помешает, как минимум. Так, ну наверх, я так понимаю, лучше мне не соваться. Лучше пройти здесь. Все-таки... Все-таки, да, из оружия, естественно, пока у меня только пистолет, начало игры, поэтому сильно жаловаться не приходится. Так, а там я уже вижу каких-то красавчиков. Кстати, действительно, темень жесткая. Я чуть-чуть, ребятки, добавлю гамму. Во. Вот так вот поприятнее будет. Ну, чересчур тоже, ладно, не будем. Не, так нихера не видно. В самый раз. Сейчас подсветим. Ладно. Пойдем через пожарный выход. Так, а эти с другой стороны, да, красавчики? А я не пойму, эти идиоты что, типа уснули или что с ними не так? Ладно. Да ёперный театр, что происходит? Сука, беги. Да. Играю, ребят, как обычно, на элите. Уровень сложности, то есть самый высокий. Ну, думаю, без проблем пройдем это DLC. Слишком таких траблов, я думаю, оно у нас не вызовет. Ну, будем надеяться. Так, девочка тут. Опять ты. Уже вертолет сбила. Что тебе еще надо, блин? Обрубаем электричество. Ну и спокойно проходим вперед. Так, что вот это такое? Он спит? Спит, спит. Отключился. Когда Фэтл умер, они все вырубились. Теперь он мертв. Я хотела его обследовать. А я не хотел рисковать. Не выключай рацию, мы подберем тебя по дороге. У них же переломы ног были буквально пару эпизодов назад в оригинальной игре. Сука, как они теперь ходят на ногах? Удивительная постановка сюжета, я бы сказал так, для сценаристов. Только в оригинале они с переломами лежали, и я попытался к ним на завод, вы помните, да, в оригинале? Сука, сейчас они ходят, как ни в чем не бывало. Вот дерьмо. Надеюсь, он летел не за нами. Да, сюжет, конечно, дырок в сюжете просто в жопу ешь. Еще. Я даже патронов на них тратить не хочу, честно.
Что-то тут не так. Кстати, мне под... мне понравилось. Для начала весь город пуст. Видимо, при взрыве источника был выброс радиации. Жители эвакуировали. Так быстро? Не верю. Мне понравилась надпись в самом конце оригинальной игры, да, что за время прохождения и за время разработки ни один спецназовец не пострадал. Это вообще класс. Тыщи. Охереть, они башкой бьются, порог кровищи, блин, мама родная. Немерено. Ой, блин, я помню эту церковь, я очень хорошо ее помню. Так. Да, конечно, богохульство именно в церкви херачить. Вот, спецназовцев, да и вообще стрелять. Ну, блин, что поделать. Выживать как-то надо. Выживать как-то надо. Я знаю, что это бред. Все бред. Ты меня убил, и мне это не понравилось. Так. Твари, а что творят? Прям в церкви. Богохульники, мать вашу. Я тебя, блядь, сейчас стрельну. Так, еще минус один. Хорошо. Что-то он затупил, по-моему, ребят. Жестко так прям. Жестко затупил. Ну ладно, его проблемы. Укрытие! Бля. Сука, как я тебя не увидел, тварь. Охереть, реально, а как я их не увидел? Ну, стормозил, что сказал. Это что за дерьмо? Скамейки в потолок летят? Или что это летит? Кубы какие-то. Я так полагаю, мне вниз. Мне так культурненько, да, намекнули, то есть открыли путь, что иди, мать твою, вниз. Тут закрыто, а там... Так, ради интереса уже. Стекла не бьются, минус балл. А это этот, блядь, блин, забыл, как его, не рояль, а этот... Ой, блядь, да что ж такое-то, а? Ребятки, скажите мне, я скажу. Блин, не помню, как этот инструмент называется. Не арфа, блядь. Ну тоже клавиши, блядь. Слушайте, я забыл, охереть можно. Ну в церкви там вот за стенкой сидит чувак и играет как на рояле. Ой, блядь. Орган, во, вспомнил. Точно, блин. Охереть, у меня что-то вышибло. Орган называется этот инструмент. То есть вот эти трубы и такой звук, такой жесткий звук. Ладно. Ходим дальше. Избежать встречи с клонами. С какими еще, мать его, клонами? Крыски. Ну, крыски, то хер с ними. Так, давайте глянем. Может, еще какие вкусняшки где есть. Так, это мы под церковью, да? Хер, тут лавки валяются. Жесткая, очень жесткая. Жесткие ребята такие. Все-таки яркость чуть-чуть уменьшить.
хотя бы так. Так. Ну, оружие пока стандарт. Что это за дерьмо, блядь? Это и есть, походу, клоны, да? Да, блядь. Интересно, этот тварь под церковью бегает. Чуть-чуть тише сделал, а то даже голоса моего не слышно. Ну где ты, где ты? Ку-ку, ку-ку мой... А, спалился. Тень спалила. Шустрый, блядь. Так, вот пыль, когда, конечно, ни хера не видно. Так, еще минус один. Еще минус троих. Еще минус три, вернее. Ну, троих уложил. Сука, а чё у меня сразу не включился этот? Странно, конечно. Ну ладно. Ух ты! А вот это же дерьмо взрывается. Точно, вот так вот. Чё я сразу не увидел эти баллоны, надо было их херануть. О, этих бы сразу покромсал. Так, клоны, клоны, где эти клоны? Еще один. Слушайте, подождите, а почему у меня замедление сдохло? Оно реально сейчас только что сдохло. То есть они мне его типа отключают каким-то психологическим этим самым своим оружием. Гипнозом там, телепатией, всякой херню. Это как контролер, что ли, в зоне. В чернобыльской зоне отчуждения. Блять. Вот это уже опасно. Я вам хочу сказать. Вот эти ребята меня могут загасить в любую секунду. Причем в легкую. Они мне реально могут трудности создать при прохождении. Охереть, он их хавает. У меня замедление не работает. У меня замедление, сука, не работает. Да, она их, конечно, жрет просто капитально, посмотрите. Так. Замедление уже работает. И на том спасибо. Так, оружие вроде набрал, но оружие здесь простое.
Сам не знаю, зачем я это делаю, но так по приколу, почему бы и нет. Сука, пыли-то сколько. Один. Так, этого баллоном прибило, да? Слушайте, тут баллонов немерено просто. Их реально тут дохерища. Просто дохерища. Крыса сваливает. Слушайте, а куда она забежала? Она что, исчезла, что ли? Бочки, интересно, с вином, нет? Так, чекпоинт. Very, very good. Что такое? Что опять не так? Замедленная херня отключена. Но это они мне ее обрубают. Лучше их не трогать первыми, если они меня не будут трогать. Они, видимо, видят, что я этих разношу направо и налево, и все-таки меня расценивают как более серьезного врага, с которым, может быть, лучше не связываться. Ну или, по крайней мере, первыми не нападать. Хотя, может быть, я их просто не интересую. Не понял. Еще раз не понял. А, это эти красавчики. Эта херня сама приближается, ничего не делаю. Я так подозреваю, это было что-то вроде предупреждения, что лучше иди нахер отсюда. Ну, мы ж не ищем легких путей, правильно? Здесь никого и ничего. Джин, эти твари захватили Джин. Она что-то там углядела в тени, пошла посмотреть. Посмотрела, блять, на свою голову. Библиотека. Это все территория церкви, я так понимаю, да? Так. Чуть-чуть поправили здоровье. Так, тут что у нас? Граната меня уже хоть жопой ешь. Ну ладно.
Интересный коридорчик. Фу, вернее, интересно, так вот резко с подвала. Можно сказать, подсобное помещение в хороший, шикарный офис. Нет, все-таки я уже, наверное, не на территории церкви. Так. Туалет типа сортир. Караганде, блин. Четко. Вот этого вообще четко. И этого тоже. Раз аптечка. Два аптечка. Раз ромашка, два ромашка, три ромашка. Да уже ни одного. Проверить. Проверь. Проверь, родной, проверь. А, он меня здесь ждал, вот сюда. Ну, видимо, на нервной почве не подрасчитал, что я могу, блять, такую картину заляпали хорошую и повредили. Не подрасчитал, что я могу зайти с той стороны. Блин, вот эта пылюгань, конечно, жесткая, очень жесткая. От нее ни хера не видно. Ну, зато интереснее играть. Так, хорошо. Тут ничего. А тут... Так, кажись, он свалил. Зато я хорошо вижу. Очень даже. Очень даже неплохо. Стой там, это он мне говорит. Кажись, все. Кажись, все хорошо. Кажись, все очень хорошо. Так. Он тебя видит. Четвертый решил не высовываться.
Так, ну и чё? Перекличка будет сделана, блядь. Вот интересно еще, конечно, что я их не переговоры слышу. Это как бы мне плюс. Понеслась. Да нет, я не ушел, я здесь, ребят, вы чё? Куда я от вас уйду? Продолжаем разговор. Так, а тут вообще никого, да? Так, ну ты там стой пока. А, здесь вообще закрыто. Окей. Вот здесь, как в церкви, окна. Может быть, даже это дом, прилегающий к церкви. Дом святого пастора этой церкви. Хороший у него домик, блядь. Да что там, кто там, блядь. А, ну вот, пожалуйста, как я и сказал. Кого от них-то? А вот и мы, братишка. Да, я уже не тот, что раньше. А ты, ты жертва. Тыщ. Тыщ. Что ж, оставляю вас одних. Так, что, валить надо отсюда, да? Я так понимаю, девочка взбесилась, вон, посмотрите, что творит. Это, кстати, было в трейлере, где DLC, по-моему, вот эта вот сцена. Если мне память не изменяет. Да блядь, не успел. Плохо. Так, ну давайте уже, где эта катсцена долбаная. Еще раз. А вот и мы, братишка. Тыщ. Да, я уже не тот, что раньше. А ты, ты жертва. Это хинею несет. Что ж, оставляю вас одних. Ну да, трейлер был пугающий, я точно помню. Да, была эта херня здесь. Все-таки надо в дверь довалить. Блять, я думаю, что за херня происходит. О, на улице светло, прям так хорошо. А, ну тут, короче, весь гребаный дом загорелся. Ладно.